Ивановна, здрасте, дорогая моя. Я Мавлюда. Погромче говорите. Погромче. Я Мавлюда. Над голубями жила, над Людмилой Ивановной. Стоит Петровна, мы все так это общались, ты вспомнили. Да. Вспомнила. Мавлюда. Мавлюда. Понимаешь? Да. Ну как, я же с Флюрой здесь постоянно общаюсь. Стоит... Да, да. Это... Куда? Видео тоже можно в интернет закинуть? Конечно. Да, можно, да, можно. Да, да, да. Я очень часто у нее была. У меня... Маме, да? Да, да. Пошли тогда. Да, да, да. Сколько времени? 14? Все, уходим как-то. Да. Девочки мои учились у вас, у Лидии Васильевны. Ой, я очень рада, Татьяна Ивановна. Дай Бог вам здоровье, да, знаете, видите. Я, ну, с удовольствием, я, конечно, хотела вас увидеть. Но мы ждем. Татьяна Ивановна, у меня муж Леонид Каримович немножко там спорт вел. Вы вспомнили, наверное, да, Татьяна Ивановна? Давайте. Всего доброго. Приезжайте. Татьяна, Зиганша нам надо сказать. Алло? Алло? Татьяна Ивановна. Это Аня Амина Зиганшина. Здравствуйте. Да, не пришлось. Ой, вот жалеют, девочки плачут о вас, что вы не смогли приехать. Не болейте уже, не болейте. Выздоравливайте. Отец, скажи, живой отец. Отец живой, скажи. Этот, Татьяна Ивановна, привет, от супруги привет, бабай молодой, за девочками бегает. У нее одна, тема. Неправильно. Хорошо, спасибо. Спасибо. Не болите. Давайте выздоравливайте. Нате, передай. Флюр, тоже поговорите. Ага. Алло, алло, Татьяна Ивановна. Вам плохо там не стало? Ну, я знаю. Вы получили? Ау. Ага. Татьяна Ивановна, с удовольствием, давайте. В августе. Вот именно, давайте нормально, спокойно, свой, вот именно, конечно.